Ребята, это суперкарс ран проходит в городе Одессе. В 6 километре могут увидеть все эти крутые тачки. Одесса, 11, 12, 13 число. Приходите, мы вас ждем. Будьте любезны, удостоверение. Наверное, знак, где ваш товарищ водитель. Удостоверение, будьте любезны. Инспектор! Сейчас, вот сюда тебе принесу. Идите сюда, где ваше удостоверение? Ожидайте. Добрый ранг, отель у нас. Здравствуйте. А где инспектор, который ко мне подходил? А? Инспектор, который ко мне подходил. Я там старший наряд ушел. А где инспектор? Вот идет сзади. А что там? Ну, что там, вы без номерного знака. Можно этого инспектора позвать сюда? Говорю, без номерного знака керую я тебе. Я говорю, я не закончил разговор с инспектором. Будьте любезны, ваше удостоверение. Удостоверение ваше, будьте любезны. Александр Анатольевич, дельничный офицер полиции. Здесь на 21 года. Скажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, почему вы не носите с собой удостоверение? Что? Почему удостоверение с собой не носите? А где это прописано, товарищ водитель? Ну, наверное, там же, я где... Я вам посвящение предъявлю, так же. Наверное, ну, вот смотрите. Я могу, там, инспектор предъявил вам посвящение. Почему он автомобиль его тримает, ему еще зручно ему там его... Что? Сберегать. Там его зручно что? Сберегать. Зручно сберегать. Ну, а мне зручно сберегать мой передний номер в багажнике. Нормально так будет? То по законодательству у нас предбачено, что два номерных знаки має бути спереди і ззаді. Здорово, ви видели регістр? Те, що вам зручно чи не зручно, то інша справа. Є законодавство, яке ви маєте виконувати. У нас не тільки права, що обов'язки. Вопросов нету. Ну, ви видели регістрацію моєго автомобіля? Ну, коли ви їхали спереді, ми ж не бачили. Спереді номерного знаку вас у мене. Найдіть, будь ласка, посвідчення, я свідоцтво про реєстрацію. На основі чого я должен показати? На основі того, що... Що, ну, що ви збігали? Номерний знак. Чего вы взяли, что он вид сутни? У меня его в принципе нету вообще. Вопросы... Это порушение правил дорожного руху, вы сами знаете, товарищ водитель. И что, вы постановление составите? Нет. Вы за мной сгодны? Я вас не слышу. Вы за мной сгодны? Постановление составите? Номерный знак повинен находиться в основном законе. Все, я согласен. Правильно? Это нарушение. Я хочу, чтобы вы составили постановление. Не-не-не, у меня нету номера, я нарушил, я хочу, чтобы вы составили постановление. Все зрозуміло, вы для початку документы предъявите, принесите право, возможно, вы еще не маете право керувати транспортом. Может быть, вот мы это когда принесете постановление, я начнете заполнять. Пока для меня можете, товарищ водитель, звертать. Товарищ водитель, значит, дивіться, пояснюю, что у вас есть не только права, но и обов'язки. Будь ласка, предъявите посвящение водителя. Постановление несите. И все. Регистрацию. Постановление несите. Если вы будете відмовлятися, ну, предъявлять документы, будем вимушені вас доставлять до ревізії для встановлення вашей особи. Поехали. Будь ласка, выйдите из автомобиля. Не, можно я... Из автомобиля выйдите, будь ласка. Не, я не хотел бы. Я говорю, из автомобиля выходите. В смысле, я говорю, это что такое? Я не хочу выходить из автомобиля. В чем проблема? Законное распоряжение працівника поліції. На каком? Чем вы руководствуетесь, когда просите меня сейчас выйти с автомобиля? Что мне мешает? Тем, что вы не предъявляете документы, мы должны остановить вашу особу. Будем установлены? Так вызывайте 102, они меня задержат. Мы работники полиции, какие 102? Зачем нам 102? Мы можем сами доставить. Вы меня будете сейчас со силой вытаскивать? Я не буду выходить. Я говорю, не буду. Вы будете вытаскивать силой? Вытаскивайте. Вопросов нету. Я выходить не буду. Несите постановление. Вказівок не давайте, добре? А я вам мені ще раз пояснюю. Ви почули причину для зупинки? Ви слышите мене нормально? Ви причину для зупинки почули? Ви, говорю, слышите? Хорошо, у вас є відео, фото, відеофіксація, що я двигався без номерного знака? Так, да, є. Будьте любезні, покажіть мені. Щось фотографируєте?
Ну это такие деревянные идиоты. Без номерного знака. Так он стоит, он не двигается, а стоять я имею право без номерного знака. Вопросы есть? Он стоит, не в движении. А не в движении, он может стоять хоть вообще без знаков, наверное. У вас в движении есть видеофиксация, что я двигался без номерного знака? На автомобиле мы были два номерных знака. В движении. Когда я двигался, у вас есть фото-видеофиксация, что я двигаюсь без номерного знака? Показы свитки, другие какие-то фактичные данные. Постанову тоді будемо надавати. Ну, так я ж говорю, несіть, складайте, і я покажу. Ще раз, будь ласка, говорю, ви не давайте нам казівок, будь ласка, виконайте свої обов'язки, як водій. Либо ви зараз несете постановлення і заставляєте його, либо я уїжджаю, вибирайте. Несіте, я вам все показываю, ви составляєте. Не ставте, добре? В смысле не ставьте, вы тратите мое время, либо вы несете. Вы нас сейчас забираете. Ну так несите, давайте, заполняйте. Постановление. Где, бери рапорт, выше, бери рапорт. Наконец. Хоть 103. Сейчас мы начнем ехать, и они сольются. Смотри, сливаются, начинаем ехать, и никто за нами не поедет, потому что просто надо было причина для того, чтобы слиться. Вон, смотри. И никто, никуда, никому ничего не надо.